Всем привет, ребят. Ну что, сегодня, как обычно, с утра решил зайти, паролить коллекционера, показать вам шансы, какие шансы. И, честно говоря, немножко удивился с того, что я увидел. Сегодня у нас самый обалденный коллекционер, самый топовый из всех, что у нас были. Я не знаю, почему так, но что-то мне показалось, что это просто жесть. Помимо того, что на русском сервере акций, по сути-то, нету. Если сравнивать, там, не знаю, я не был еще, не заходил на английский сервер, сейчас глянем, что здесь делается, заодно посмотрю. Но то, что делается на русском сервере, с днем все хуже и хуже. Не знаю, с чем это связано, но это все печально. Это у нас, ну, тут это как обычно. Тут все топчик. За один сам, как видите, награда. Мешочек с огником. У нас этого нет. Может, будет, но не знаю. Какие-то паки начали. Вот доказательство того, что здесь просто топчик. 50, как наш большой пак, и вы получаете всех драконов. Ну вот как-то так, ребят. Не знаю, это жесть, конечно. Зря мы сюда зашли. Наверное, еще больше расстроились. Кристальный сундучок. Как обычно, топчик. Ну, в общем, все как всегда. Окей. Поехали на русский сервер обратно. Сейчас покажу самого топового коллекционера, который был у нас. Ну, есть. Вот такой вот у нас коллекционер. Выбиваете фрая, получаете скин, ну, и выживание. Ну, конечно, за 15 слизней вы получите порочный пак. Эмблемка, конечно, классная, но, честно скажу, такое себе по сравнению с другими плюшками. Это немножко не то. Да и наград, по-моему, если не ошибаюсь, на одну меньше дали. Сейчас я посмотрю, было обычно, по-моему, 5. Ну, вообще, будем все равно его собирать. Так. Да, 4 всего. Всего 4, по-моему, было больше. Окей, let's go. Попробуем сегодня нарулить что-то. Ну, что, как обычно, давайте по 150. С самого утра. Супер, супер мегадроп. Князь тыква, укрот, куб, ничего себе, пошли имба герои. Ладно, будем заморачиваться по 450. Ведьма, купидон, ну, череп, ничего себе, сноу, ну просто ниндзя, мега мега дроп, ребята. Опять ведьма, не перестает удивлять, честно говоря, русский сервер. Королева гарпий, медуза. Да. Ну, бугимен, это уже хоть что-то. Еще один бугимен. Ну, все, пора ролить. Ну, в общем, если вы хотите, чтобы я вам поролил, пишите в телегу, либо в ВКшку, ссылочка в описании есть. Буду сегодня, ничего себе, фея чистить там и контакт, поэтому поотвечаю, кто там что хотел. С опозданием, к сожалению, но ничего себе. 11. Смотрим дальше. Пойденный. Леди Лео. Вот так вот, ребятушки, может, действительно такие награды из-за того, что такие топовые плюшки здесь. Ну, не знаю, посмотрим. Рыцарь. Ну, студенок я собрал, в принципе. Но фрею, как видите, не собрал. Ну, тут такое за палыча. Ой, хоть сет дают. Ну, хоть пятый СУ сет дают. Ну, хоть что-то. Да уж,
Ну, в принципі, так, относительно неплохие плюшки. Так, и что у нас по самому шло? Всего лишь 33 косама. Ну, удивляют, удивляют. Это, конечно, удивление для моего аккаунта, что мы за 33 тысячи вытащили неплохие такие плюшки. О, какое-то магазинное безумие. Ну, поехали. По-моему, это шопинг. Да. Вот оно. Вели у нас на русском. Что я могу вам сказать? Ну, в принципе, по сравнению с английским, я вам скажу, это дешево. То есть можно получить камешков нормально, затариться. Но уже одно, ну, раз в 3 часа, там раз в 2 часа, там уже по 200, по 100 продают, ну ладно, бог с ним. Там продавали огника по 50, у нас по 20 максимум. Лазулю тоже продавали, по-моему, не, там по 20 продавали. Это, короче, такой же, как и там первый, в принципе. Ну так, плюс-минус, если учитывать, что на рынке тоже нечего брать. Как всегда, там хоть рынок есть, то у нас ввели все-таки новую эту акцию. Не знаю, что вам сказать, что тут еще такого интересного. Ну, огник уже кто-то поразбирал по 20 осколков. Сейчас я гляну, за сколько дают. Ну, относительно неплохо. Если бы, конечно, еще рынок был, вообще было бы топчик. Так, смотрим. За каждые три, не считая бонусные. Ну, в принципе, 10 за пак получается. Вы 10 получаете попыток, 10 или 11. Это неплохо. То есть вы, по сути, можете сегодня, у вас есть шанс. Если, конечно, вам повезет, потому что еще многие не раздуплились, собрать здесь того же самого огника, либо камней натащить. Но опять же, я не знаю, оно на русском сервере. Ну, это реально, это мега удача будет. Да и даже так вы соберете, по сути, за два больших пака огника. А там уже за пол пака наших продают всех драконов. Ну, что я могу вам сказать? Punchbox. Ну, такое себе. Кто-то даже такие камни покупает. Ну, в общем, огника отсюда есть смысл. Лазулю тоже, в принципе, если у вас не хватает осколков. Камешки, в принципе, для нашего сервера это самое топовое, что надо брать. Так, что тут еще такое интересное есть? Открыть сундук. Ну, открыть сундук, у вас дополнительно еще самики придут. Ну, в принципе, относительно неплохо. Фонтана у нас нет. Вот так вот. В принципе, довольно-таки неплохо. Конечно, хотелось бы еще, помимо этого, чтобы хотя бы хоть какой-то рынок был, либо они это запустили на выходные. Брать мега безумная карта таланта, открыть. Да, ничего больше такого нету. Вот так вот, ребят. А на английском сервере, сейчас я гляну, что тут еще. Тут шопинг спри был, магазинные безумия. Вот смотрите, 121% бонуса. Так, это быстрые траты, бинго, алхимик, открыть сундук. Да, тут ничего такого нету. Ну, кристальный только, кстати, я тут купидоном дособирал или нет. Мне, если что, кристальный сундук нужен будет. Вот, отлично. Кубчика еще плюс один сделаем. В общем, вот так вот, ребят, такой вот коллекционер, кто хочет, кидайте заявочки, Shopping Spree, то есть магазинное безумие на русском тоже появилось наконец-то, спустя
3 или 4 недели. Оно, конечно, неплохое относительно всего, поэтому есть возможность быстренько затарьтесь, купите, пока все не проснулись. Все, всем удачи, всем пока, ждите следующих видосиков.